В данном видео мы рассмотрим настройку личного кабинета. После первой авторизации в личном кабинете у вас будет небольшой опрос. Отвечайте на вопросы, читайте внимательно. Есть ли у вас опыт заработка денег в интернете, отвечаете. Проходите опрос, читайте внимательно вопросы, отвечайте на них. После того, как вы прошли опрос, вы можете забрать подарок. Нажимаете «Забрать подарок», происходит переадресация на подписку. Забираете подарок, нажимаете «Забрать подарок» и просматриваете сообщение. Через некоторое время вам придет подарок. Вы его получите в личные сообщения ВКонтакте. Теперь возвращаемся к сайту. После того, как мы вошли уже в личный кабинет, первым делом необходимо указать ваш логин, который будет использоваться в качестве реферальной ссылки. Указывайте здесь логин. Он должен отличаться от почты, поэтому вы его указываете здесь. Также необходимо придумать секретный ключ. Обязательно этот секретный ключ запомните, потому что он потребуется вам для выполнения всех финансовых операций в личном кабинете. Минимальное количество стимулов 4 цифры. После этого нажимаете «Сохранить настройки». Аватар мы загрузим чуть позже. Нажимаем «Сохранить настройки». После этого вам еще раз напомнит секретный ключ. Будет всплывающее окно, где вам покажут секретный ключ. После этого снова заходим в настройки профиля. И уже загружаем аватар с компьютера. Нажимаем кнопку «Изменить аватар». И нажимаем «Выбрать файл». Выбираем на компьютере фотографию и нажимаем «Открыть». Здесь необходимо указать область, которую мы хотим отображать в нашем аватаре. Выбираете, например, вот так. То есть выделяете нужную область. Нажимаете «Сохранить». Все, аватар успешно загружен. После этого заходите еще раз в настройки профиля. И здесь уже указываете ваши ссылки на ваши социальные сети. В данном случае, например, перейдем на мой аккаунт. Копируете адрес ссылки ВК. И вставляете в это поле. Также можете указать Facebook, Skype и Telegram. После произведенных всех настроек нажимаете «Сохранить». Также вы можете подписаться на наши соцсети, на наши группы ВКонтакте и Telegram. Нажимаете «Сохранить настройки». Данные успешно обновлены. И теперь вы можете уже поделиться вашей ссылкой. Ваша реферальная ссылка находится в настройках профиля. Настройки профиля. И вот ваша личная реферальная ссылка. Для ее копирования достаточно нажать на нее один раз. Ссылка скопирована в буфер обмена, и вы эту ссылку можете уже давать вашим партнерам.